Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про допомогу постраждалим від домашнього насильства. В нашій студії юристка, експертка з гендерних питань Ганна Мягких. Ганна Мягких – керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», тренерка з сексуального виховання дітей і підлітків. Освіта – Харківський університет імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук. Викладає у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та міському юридичному ліцеї. Одружена, має двох доньок. Улюблена страва – реберця на грилі. Хобі – гра у більярд та верховна їзда. Ганно, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Готуючись до нашого інтерв'ю, ось побачила таку дійсно цифру, вона й велика, і розумію, що це офіційні дані. За офіційними даними МВС, щорічно в Україні скоюють близько 700 зґвалтувань. Однак, я так розумію, це офіційні дані, і вони насправді ще більша кількість. Напевно. Да, конечно, это верхушечка айсберга, и цифры эти растут, и я вам скажу, что хорошо, что они растут, значит, увеличивается количество обращений. И этот айсберг начинает понемножку себя проявлять и показывать. И это результат достаточно активной работы общественных деятельниц и просто активисток, которые смогли найти себе ресурс и говорить об этом. То есть все начинается с вот этого детабуирования этой темы, потому что с этого нужно начинать. Слава Богу, об этом говорят все больше. Ганно, я знаю, что вы давно уже працюете, в принципе, в Дніпрі, как экспертка с гендерных питань, как юристка, как голова громадской организации «Гендерный клуб Дніпро», и, напевно, спілкуючись з жінками, постраждалими від насильства, мабуть, були такі, чи були взагалі такі випадки, що жінка вам розповідала про, наприклад, зґвалтування вже після того, як деякий час пройшов, але вона, наприклад, не зверталася до поліції? Так, звісно, таких случаїв більшість. Когда не обращаются к полиции, и, ну, я могу сказать, например, что у меня в жизни тоже был такой опыт, и тогда я никуда ни к чему не обращалась, не было внутреннего ресурса, потому что я понимала, что в конечном итоге я буду виновата, и у меня были случаи у моих коллежанок, ну вот то, что сейчас, например, происходит относительно преподавателя в Карпенко-Карова, да, вот эти вот приставания в, по сути дела, харассмент, да, в университетах, в школах, то есть на самом деле, если вот задуматься, повспоминать и поговорить с женщинами, то такие случаи были очень у многих. Насправді, от страх через ось ці всі, мабуть, існуючі стереотипи, так? Страх через те, що жінку все ж таки визнають винною, навіть якщо насильство скоїв хтось інший. Ну, звісно, це коли ти слышиш, що це ти сама виновата, як ти так себе вела, ти ж уважаемый человек. Ну, поймите, большинство этих случаев не происходят, вот как громкие, например, там попытка изнасилования в поезде, да, вот обсуждаются случаи. Очень часто это какие-то знакомые, какие-то друзья, это какие-то вот такие пограничные ситуации, в которых пострадавшая сама задумывается, боже, может, я что-то не так сказала, может, я что-то там дала понять и так далее. Если это преподаватель, это же уважаемый человек, ну что вы, это профессор, да, он так не мог, он очень как бы солидный и так далее. И тут как общество относится? Вот девочка-студенточка молоденькая, да, вот, ну вот кто она, а кто вот этот вот гуру в своей профессии, да, это очень сложные ситуации психологически. Дома сталкиваются с тем, что родители пугаются и начинают тоже говорить, что это, наверное, ты там
такая, раз такая, что-то не так сделала. Это очень серьезные, тяжелые вещи, в принципе. Очень важно, чтобы у пострадавшей была поддержка. Было к кому обратиться. Не обязательно это родные по крови люди. Просто люди, которым доверяешь и которые могут поддержать в первую... Потому что это база, это основное. Действовать нужно только із ситуації опорності. От навіть розуміючи, що в суспільство все ж таки і на сьогодні дуже багато, от ми вже повторювали так стереотипи, ось ці думки, які не є вірними, то можна закликати жінок навіть звертатись, от, наприклад, ваша організація «Гендерний клуб Дніпро» або пані Патронеса, відома у Дніпрі. Тобто можна завжди зайти так на сторінку Facebook, знайти номери телефонів, зателефонувати, поспілкуватися, взагалі розповісти свою ситуацію і отримати дійсно ось якусь таку фахову відповідь на те, чи дійсно ось ці думки там щодо того, чи я винна, чи не я винна, то їх, напевно, спростують. І спростують фахівці, да, яким варто, да, довіряти. Да, в першу чергу потрібно позаботитися о собі, знайти підтримку. Іменно, якщо близьких людей таких немає, то є дійсно пані Патронеса, є телефон, гаряча лінія, обращайтесь, можна к нам обращатися, є всі українська гаряча лінія. А вообще, моя рекомендация такая: найти близких людей, кто будет поддерживать. Обязательно нужно сопровождение психолога, возможно, психиатра. Это первое. Нужна помощь врачей, нужна помощь того, тех, кто подскажет, куда, как обращаться для того, чтобы провести соответствующие экспертизы. Это обязательно обращение в полицию. Но я бы рекомендовала, конечно, если есть такая у вас возможность. Если нет, обращайтесь в общественные организации, будем думать, как помочь. Оптимально обращаться сразу со своим адвокатом. Для того, чтобы как минимум отсечь вот эти вот совершенно неприемлемые, дискриминационные, травмирующие вещи, такие как «а что ты делала», «а как ты стояла», «а как ты смотрела». Вы маете на увазе звертатись до полиции, саме йти в полицию зі своїм адвокатом. Я бы рекомендовала делать тобто так. Тобто з людиною, да, яка захистить від, да, всіх, да, нарікань. Да. Как минимум сразу говорит «этот вопрос нет», «этот вопрос нет», «этот вопрос снимается», «все, на это мы не отвечаем», «на это мы не отвечаем». То есть в данном случае адвокат выполнит еще и функцию защиты вот такой вот, потому что когда у тебя травма, и тебе надо 35-й раз одно и то же пересказывать, то оптимально вообще, чтобы там был и психолог, и юрист сразу же. Но хотя бы возьмите адекватного адвоката, который хотя бы отсечет хотя бы часть основную. И сразу немножко его присутствие или ее присутствие немножко приведет в чувство полицию, потому что, к сожалению, полицейские сколько там обучают, переобучают, но все равно они допускают очень грубые ошибки. В том числе и Полина, которую сейчас, кстати, переименовали, как, к сожалению, только начало приживаться название Полина. Короткая, емкая, всем понятно, все запомнили более-менее. Придумали новое название, я его даже запомнить не могу. Поэтому еще совет. Звоните, был такой же случай вот при обращении в пани Патронесу. Мы звоним в полицию, просим прислать бригаду Полины. Нам говорят, что Полины уже нет. Что это за бригада? Давайте расскажем. А мобильная бригада помощи. То есть полицейские, которые специально проходят обучение, как взаимодействовать в случае ситуации вот домашнего насилия. К сожалению, этих бригад, там их всего, по-моему, две на данный момент. Две есть. На Днепро? Чи на сейчас область? Вообще в полиции, насколько я поняла, мы вот недавно на общественном мероприятии полицейские докладывали о ситуации, которая у них. Ситуация вообще печальная. Из-за недостатка кадров, там, по-моему, что там 26 экипажей на город ездит только. То есть, если раньше это там больше 100, я в ужасе место. Просто была. Ну, я и замечала уже вот по дороге езжу, что-то вообще экипажей мало. Раньше они все время ездили, а это что-то маловато. То есть, из-за недобора у них вообще катастрофическая ситуация. Естественно, она точно такая же относительно Полины. Но в любом случае, если даже экипаж Полины занят, вам должны прислать другой экипаж. Если, кстати, если вам говорят, Полины уже нет, а вы говорите, там как-то ее переименовали, мне все равно как, присылай. У меня случай домашнего насилия. Присылайте специализированную бригаду, потому что сейчас мы назовем новое название, они завтра что-то там еще придумают. Вот. Поэтому, если нет специализированной бригады, пусть любая приезжает. Если приезжает бригада и ведет себя неадекватно, не хотят. Ваша задача – фиксация.
вот для чего полиция нужна в первую очередь. Ну, прекратить правонарушения там и так далее, это понятно. Плюс фиксация, потому что в случае насилия очень важно, вот если мы, например, не об изнасиловании, а о домашнем насилии говорим, там важна систематичность. И если вы будете потом рассказывать, да уже 6 лет меня бьют, гораздо проще будет что-то доказать, и вернее, как можно доказать в любом случае, просто легче, проще и быстрее решения судом будут приняты, если у вас уже есть. Ага, и вот протокол, и вот протокол, и вот протокол. Есть звернення, є виїзд поліції. Да, да, вот это нужно. Если полиция приехала и что-то там вас не устраивает, неважно, что потом будете разбираться, вы можете, напоминаю, вызвать полицию на полицию. То есть вы звоните и говорите, приехал экипаж, не хотят фиксировать случай, там еще как-то там, неважно, не думайте в этот момент о терминологии. Я считаю, что ведет себя неадекватно в отношении меня. Вызывайте еще экипаж. Пусть приезжают и разбираются. Это сервисная служба, работающая за наши деньги, как налогоплательщиц. Добре триматися цієї думки. Да, да, да. До речі, Ганно, ви сказали, що варто при першому спілкуванні, наприклад, з поліцією, щоб був адвокат. І адекватний адвокат. От як, в принципі, можливо, ви маєте якийсь перелік або на сайті клубу, або у пані Патронес є такі адвокати або адвокатки, які ну, дійсно допоможуть, дійсно підтримають і знаються на ситуаціях ось такого характеру. А є, звісно, обращайтесь, пожалуйста, можете обращаться к нам в организацию, к пані Патронесам обязательно. Есть диспетчер, есть телефон в рабочее время, пожалуйста, можете звонить. Тут нужно понимать, что это же вопрос денег в том числе. Поэтому спасение утопающих – дело рук утопающих. Нужно пытаться самим заранее… Тобто, не дивлячись на те, що є пані Патронеса, є гендерний клуб Дніпро, є інші організації, потрібно самі вставати і робити, конечно, а вам вже допоможуть. Будет ненормально, если мы, например, будем пытаться дублировать функции государства. То есть у нас есть безоплатна правова допомога, будь ласка, можна звертатись. Но ведь дело касается вашей жизни и здоровья. Вам такой чек нужен быстро, экстренно. Я советую такого чека контакты иметь, даже когда все в порядке. Вы никогда не знаете, что будет завтра. У вас есть вы, ваши родные, близкие, любимые и так далее. Своего юриста, хотя бы юриста знакомого, нужно, чтобы это было. Для разных случаев, не только касающихся сексуального насилия и так далее. Рекомендую обзавестись этими контактами, поинтересоваться заранее. Это, знаете, как вот этот вот чемоданчик, да, когда должна быть папочка, в которой у вас сложено все необходимое на любой случай чрезвычайной ситуации. Война, стихийное бедствие, пожар, обвал, неважно, что случилось, вы хотя бы надели трусы, схватили папку с документами, выскочили и уже, и какая-то сумма денег, да, уже что-то вы сможете сделать. Точно так и здесь. У вас должны быть номера телефонов. У вас же есть номер телефона доктора, к которому вы обращаетесь, детского доктора, к которому обращаетесь. Точно так же и юрист. У нас просто в Советском Союзе была выработана позиция, мы боялись, и оправданно. Мы боялись государства. Адвокаты все были только государственные. Извините, все знают эту ситуацию с Медведчуком. Да? Не дай Боже, когда-нибудь с таким юристом столкнуться, как в свое время у Стуса был такой защитник. И все мы боялись. И оправданно. Сейчас ситуация меняется. Как бы там ни было, это не то, что было 30 лет назад. И поэтому такое понятие, как юрист, нужно переступать через свой страх, идти, искать. И у вашей семьи, у вас должен быть свой юрист, с которым вы консультируетесь по разным вопросам. В том числе и в этом случае, даже если ваш юрист не является спецом по теме харассмента, абьюза, изнасилования и так далее, в любом случае этот человек знает больше, чем вы, и этот человек в данной ситуации не является пострадавшим, у него нет вот этого вот состояния травмы психологической, это будет здравый взгляд со стороны. І це вже буде людина, якій ви довіряєте і да, вже да, знаєте. Да. В крайньому випадку ви фізично з цього чоловіка, ви в поліції, ви з цього чоловіка фізично можете спрятатися. Ви ж розумієте, що у нас защитні позиції, да? Хоч щось перед собою мати, чим-небудь прикритися, вже психологічно легше. А тут цілий чоловік. Так, це дуже важлива і потрібна порада. Дякую вам. Ганно,
Продовжимо. В липні цього року президент України підписав новий законодавчий акт, який регламентує окремі аспекти, пов'язані з відповідальністю за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Давайте ось поговоримо про цей документ. Так, він, наприклад, в частині конкретизації суб'єктного складу та посилення відповідальності визначає засади притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців за вчинення проступків. І так далі. Так? От давайте от саме про це поговоримо. Дійсно, виходить, раніше взагалі військовослужбовців не можна було притягнути до відповідальності за насильство. Ні, тут річ йде про спеціалізацію. Тобто можна було привлечь просто як граждан, не військовослужащих, просто вирішили звернути увагу на дополнительно на ту проблему, що в середі воєнних, особливо маючих психотравми після воєнних дій, тобто не виконуєш, не несших службу там в тилу, де ті, хто пройшли бойові дії, дійсно там в 2-3 рази більше випадків насилля. Вот. Поэтому важно, что отдельно на это обратили внимание. Из того, что мне не, как бы я не поддерживаю в этих новеллах, например, там, как обычно у нас, каким путем решили пойти, давайте увеличим штрафы. Слушайте, давайте мы наконец-то включим мозги и понимаем, что этим путем, чего мы можем добиться. Если, например, это ситуация, в которой семья, в ней повторяющееся насилие, это штраф с семьи. Ну, то есть семья два раза наказана. Мало того, что папа отлупил домочадцев, да, так еще и потом эта же семья из этого семейного бюджета заплатила этот штраф. Ну, давным-давно же уже, ну, хотелось бы видеть вот какие-то обсуждения перед тем, как эти открытые, да, чтобы можно было вносить какие-то туда правки, перед тем, как эти нормы принимаются, потому что, ну, давно же уже криминалистами показано и доказано, что это не работает, что нужно идти путем, я горячо, например, поддерживаю варианты воспитательных работ. Например, когда, такой грамотный товарищ, да, считает, что самый сильный, больше всех можно тут распускать руки и так далее. Пожалуйста, хоспис, паллиативные отделения, уборка в палатах, вынесение уток, трупов и так далее. Вот эти вещи, мне кажется, и полезная работа, не хватает рук, и какой-то воспитательный момент. Потому что, ну куда мы этими штрафами? Ничего мы ими не добиваемся, понимаете? Это тупик. Они были, ничего нового в этом нет. Штрафы были, они там есть уже. Самое распространенное наказание в русской правде, начиная там, с 11 века, это штрафы. Психологическая реабилитация в данном случае могла бы допомогти? Принудительная. Не реабилитация. Реабилитация для пострадавших. А для абьюзеров это принудительное лечение у психолога и психиатра. Другого ничего пока лучше не придумали. На Западе есть эти программы. У нас в первую очередь, конечно, пытаются оказывать помощь именно пострадавшим, потому что вечно не хватает ресурсов. И, конечно, в этом случае, ну кому помочь? В первую очередь тем, кто пострадал, это женщины и дети. Вот. Но я считаю, мы никуда не двинемся без программ принудительного лечения абьюзеров. Потому что получается? Абьюзер совершает правонарушение, наложили штраф, общественные организации и волонтеры, психологи помогли женщинам, а абьюзер, у него же в голове вот эти паттерны поведения как были, так и остались. Штраф, понимаете, в этом случае, по сути дела, все равно штраф воспринимается тоже как наказание. Человек и так живет, у него в мозге только система сильный-слабый присутствует. А тут, оказалось, что там, против лома нет приема, кроме другого лома. Да? Мы тоже ведем себя как абьюзеры, которые тоже этим ломом действуют. Але ж, с іншої сторони, якщо буде, як ви кажете, спеціальна психологічна реабілітація, да? І якщо людина не хоче її, то чи буде вона діяти? А просто ограничення під надзором поліції. І зняття ограничень тільки по рекомендаціям лечащих психологів, причому не тільки того, хто працював, або хто працювала, а комісії, яка перевіряє, дійсно, чи є ефект. Действительно ли это работает? Причем так, лишение свободы или вот это лечение?
Окей, да, ты в это идешь, ты пытаешься что-то сделать, ты пытаешься что-то поменять, пожалуйста, да, живи в обществе, все нормально. Нет. В якихось країнах є такий приклад? В Штатах. Это точно знаю, що є. Да. І все ж таки дієво. Дієво, а по-другому никак. Ну, например, я надеюсь, все уже понимают, что когда вот мы воспитываем деток, да, растим деток, что система наказаний, она в каком-то смысле, конечно, необходима, и она все равно присутствует, да, установление каких-то рамок. Но у нас же задача не наказать за проступок, а сделать так, чтобы проступка не было в следующий раз. Мы что-то объясняем, мы пытаемся что-то показать на примерах, да, и так далее, и так далее. То есть, да, негативные последствия должны быть, человек должен это ощутить, но наша задача не наказать, цель оконечная, а наша задача сделать поведение социально приемлемым. Иначе сегодня эта женщина, завтра другая, потом 25-я. Это не прекращается. Дети, которые видят абьюз со стороны отца, они это все делают в школе. Лично знаю по ситуации моих детей в школах, то есть те мальчики, которые творят чудеса, которые в первую очередь булят в школе, или девочки, это дети из семей, в которых есть абьюз. Это 100%. Ребенок с потолка не падает. То, что видит, то показывает дальше. Мы с вами, как общество, заинтересованы, чтобы этих случаев было меньше. Поэтому лучше, когда наши с вами деньги идут на работу психологов с выявленными абьюзерами и пострадавшими от абьюза, для того, чтобы это колесо не дальше щоб этот маховик это не распрочило. Крутитися. Да, мы же с этим сталкиваемся с вами, понимаете? Везде сталкиваемся с этими людьми. Ганно, от ми почали говорити про дітей, так? Ви як тренерка сексуального виховання, ми вже з вами якось говорили, що треба починати сексуальне виховання якомога раніше. І загалом, от мені здається, що перед школою основні з яких моментів треба, в принципі, з дитиною проговорювати. І от саме щодо сексуального виховання. Що... Такий великий вопрос, і це огромна тема. Во-первых, замечательно, чтобы вы в первую очередь у себя проработали, да, вот предубеждения все. Детям нужно и подросткам отвечать на все вопросы, которые возникают. Важно, чтобы ни один вопрос не остался неотвеченным. Если это нормально, дети иногда шокируют вопросами, мне иногда дети тоже мои приходили, спрашивали, что такое, я говорю просто, классный вопрос, важный, мне надо подумать. Мне надо подумать, и я обязательно к этому вернусь. И потом обязательно вернуться. Пошли, собрались с духом, посчитали до 10 и пришли. Почитали, якщо треба щось, позвонили, спросили, что-то посмотрели. Да, да. Все пояснити. Не можете разговаривать, говорите, это важно, найдите ребенку видео толковое. Скажите, подойдите сами, скажите, я хочу, чтобы ты вот глянул, даже я тебя не буду, я понимаю, что это личное, не буду спрашивать, смотрела или нет, ну вот, вот я считаю, что классное, посмотри. Ребенок там тихонечко сам себе потом посмотрит. Ну, то есть, на самом деле, тема большая, вопросов много на эту тему, когда начинать. Главное, поймите, сексуальное воспитание своих детей вы начали с момента их рождения. То, как мы реагируем на разные ситуации, потому что сексуальное воспитание – это в первую очередь по поводу личных границ, уважения себя, уважения других, умение слушать свои желания, уметь говорить «да», уметь говорить «нет» и так далее. То есть сексуальное воспитание – это не проговорить с детьми только способы контрацепции или какие бывают болезни. Вот это не начинайте, ради бога, детей пугать, да? Чтобы у них по поводу секса было только представление о том, что это, боже, это какой-то кошмар, от этого одни болезни и так далее, да? Секс – это удовольствие в первую очередь. Так, дійсно. Просто разумно. В усіх питаннях треба, знаєте, і не налякати дитину, да. Щоб вона думала, що це зась. Да. І ну, їда, наприклад. Попередити. По поводу еды. Вы воспитываете детей с самого рождения, отвечаете на вопросы, да, что есть полезная еда, но если вы едите, например, я не знаю, суперполезная морковка, будете есть только морковку, вам станет тоже плохо. То есть мера, разумные какие-то вот такие вот вещи, ничего сверхъестественного. Сами не можете говорить, давайте им видео, книжки. Главное, отвечайте. Если вы не отвечаете ребенку, ребенок найдет, где узнать. Это будут блогеры, и поверьте, вам не всегда это понравится.
Так. И хочу анонсировать, что у нас сейчас есть группа. Mm-hmm. Я работаю с подростками. Я всегда улыбаюсь, когда об этом говорю, потому что я очень люблю с ними работать. Это просто классно. Им нравится, они приходят, мне хорошо. И я возьму еще группу вот в сентябре месяце. Mm-hmm. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, обратитесь, я сброшу короткую Google форму для регистрации, пригласим ваших деток, это за донат. То есть есть возможность, вы чем-то поможете нашей общественной организации. Нет возможности, это бесплатно. З якого віку можна приходити, приводити до вас дітей? Вот этот курс, который сейчас я с ними провожу, в рамках этого курса, это с 12 до 12-15 оптимально, но в принципе можно там до 16 лет. Кроме того, там я в рамках этого курса пообщаюсь и с родителями. То есть у вас будет возможность, и ваши дети поучаствуют, и вы тоже, я проведу встречу, тоже бесплатно, отвечу на ваши вопросы, дам свои рекомендации, скажем так. Это у нас тут вот в центре, в пространстве нашей общественной организации, поэтому мы на базе этого места проводим занятия для деток, и там же будем собирать и родителей. Поэтому обращайтесь. Ганно, а скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас також в громадській організації є такі зустрічі для жінок або постраждалих від домашнього насильства, мабуть, так, ось так група називається. І як до неї можна приєднатись, по яким дням вона проходить, і розкажіть, що треба. Это встреча, психологическая группа, сразу скажу акцент, это не терапевтическая закрытая группа, а группа психологической помощи, она открытая, то есть вы можете к ней присоединиться. Это могут быть, методика позволяет, это могут быть и женщины, и мужчины. Поэтому мы приглашаем и женщин, и мужчин. Проходит по воскресеньям раз в две недели. Для такого формата это достаточно, потому что тоже не должно быть перебора. Это когда психотерапия, там другие как бы особенности. Раз в две недели по воскресеньям с 3 до 5 встречи. Они бесплатные. Психолог, психологиня, волонтерка работает опять-таки в офисе нашей общественной организации. Это в парке Глобы. И можно тоже долучитись. Запрошуємо. Тобто запрошуємо, якщо в когось виникнуть питання, прийдіть, попробуйте. То є у вас... Ви завжди, я завжди советую, що от є така можливість. Прийдіть і попробуйте. По поводу хоть курс для подростков. Пожалуйста, вы же можете сначала прийти со мной пообщаться. Я ведь родителям показываю программу, по которой работаем. Она утверждена министерством, информация открытая. То есть вы, по крайней мере, проявите инициативу и поинтересуйтесь. Звоните, пишите, мы ответим, более подробно расскажем. Попробуйте, не подходит, может же просто формат не подойти. Просто не приходите. Все. Але дуже добре, що є такі, така можливість долучитися і, в принципі, безкоштовно або за донат прийти, спробувати. Да. Да, бывают ситуации, сейчас вы не можете оплатить, например, психотерапию. Есть такая возможность, поучаствуйте в этой группе. У вас, я верю, у всех все в своих руках, у вас ситуация изменится, когда-то вы поможете. Кто, кстати, хочет присоединиться для этой группы, например, нам какая помощь была бы нужна, там в формате очень важно, потом у нас кофе-брейк, да, ну вот может кто-то нас слушает, слышит, у кого-то там, я не знаю, какое-то свое производство, и вы нам подкинете, я не знаю, печенье, чай, кофе для этих целей, все тобто понемножку, все по чуть-чуть, и как бы дело делается. Дякую вам, Ганно, що ви прийшли, розповіли про важливі речі, в принципі, запрошуйте на такі заходи, які теж, я думаю, потрібні для людей. Дякую вам. Спасибо вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.